Александр Лукашенко встретился со СМИ Беларуси и ближнего зарубежья. Глава государства выразил убеждение, что беседа будет содержательной и откровенной, заявив о готовности ответить на все интересующие журналиста вопросы. Цитата: «Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем», подчеркнул президент. 13 женщин Бобруйска получили орден матери. Торжественные церемонии вручения прошли в администрациях Ленинского и Первомайского районов. Соответствующий указ от 6 октября подписал Александр Лукашенко. Обладателями почетной награды стали мамы, которые родили и воспитали 5 и более детей. Горячая линия по вопросам COVID-19 продолжает работать в Могилевской области. Задать интересующие вопросы специалистам можно по номерам, которые вы видите на экранах. В Беларуси началась отправка призывников в войска. Особенностью этого года стала эпидобстановка. Все новобранцы по прибытию пройдут двухнедельную изоляцию. Всего на укомплектование вооруженных сил и других войск планируется направить около 10 тысяч человек. Военную присягу новобранцы примут 12 декабря. Приостановку авиарейсов Минск-Пекин продлили до 23 ноября. Причина – 6 случаев COVID-19, которые выявили по прилету у пассажиров рейса Минск-Пекин 31 октября. Полеты по маршруту не выполняются с этого понедельника. Тогда причиной отмены стали 5 подтвержденных случаев заболевания у пассажиров рейса 24 октября.